Передвижниками мы называем членов товарищества передвижных художественных выставок. Это объединение просуществовало около 60 лет, там было около 90 участников, плюс еще несколько десятков так называемых экспонентов, то есть художников, которые только приносили работы на выставке передвижников. За это время там сменилось несколько поколений художников, но какое-то общее представление о передвижниках у нас есть еще со школы. В советское время ученики школ писали сочинения по работам передвижников. И до сих пор, сегодня в школах тоже этим школьники занимаются. Поэтому ощущение, будто бы исследовать творчество этих художников, больше не требуется, будто мы уже вдоль и поперек знаем абсолютно все о них. Конечно же, это не так. За последнее время вышло несколько научных работ об их творчестве, и некоторые из них значительно пересматривают творчество знакомых нам авторов. Во-первых, не всех из них можно назвать приверженцами стиля «критический реализм». Вроде бы это общее место для советского искусствоведения. Эти художники поднимают какие-то социальные проблемы в своих картинах и пытаются их как-то решить. Но далеко не все передвижники занимались этим. Во-вторых, за 60 лет и техника владения масляной живописью у многих изменилась. Они использовали разные стилистические, технические приемы. В общем, вопросов достаточно много. Плюс ко всему, даже то, с чего начались передвижники, сейчас подвергается определенному сомнению и дискуссии. С чего принято начинать творчество художников-передвижников? Вспоминают обычно двух авторов. Во-первых, это Павел Федотов со своими работами, достаточно иронично изображающими социальные типы его времени, да, 19 века. Кто там может быть? Ну, например, мы смеемся так беззлобно над персонажем картины «Завтрак аристократа», который жует краюшку хлеба, но при этом обставлена его квартира какими-то предметами роскоши. Собственно, на них он все свои деньги и потратил. С другой стороны, есть автор по имени Василий Перов. Вот он как раз представитель чисто критического реализма. Его знаменитая работа «Тройка» — это совершенно душераздирающая сцена, где трое детей тащат за собой в непогоду тяжелый груз. Еще одна картина знаменитая Василия Перова — это «Сельский крестный ход на Пасху», где осуждению подвергается уже священнослужитель. Он откровенно не трезв перед нами, и в целом это такая антиклерикально настроенная картина. Критика социальных проблем. Получается, это с какой-то точки зрения политическое заявление. И цель этого политического заявления – поднять социальную проблему и тем самым попытаться как-то ускорить ее решение. С другой стороны, началом передвижников принято считать так называемый «бунт 14». Это настоящее столкновение академической живописи и того самого критического реализма, и в принципе реалистического стиля в живописи, о котором я только что говорила на примере Федотова и Перова. Что вообще такое академизм в таком случае? Академизм — это правильные сюжеты, основанные на классических текстах. Это правильное владение рисунком и композицией, где фигуры на картине расставлены, будто бы перед нами театральная сцена. И очень тщательно выписанные детально ткани, меха и металл. Мы видим фактуру металла, хотя перед нами картина, написанная масляными красками. Все эти нормы, все эти правила и есть в каком-то смысле академизм. И вот представьте себе ситуацию. 14 человек выпускаются из Академии художеств, выходят на конкурс, по итогам которого кому-то из них выдадут золотую большую медаль. И им дают единственно возможную тему для конкурсной работы. Она посвящена богу Одину, который сидит на троне, и на плечах у него сидят два ворона. На дворе 1863 год. 2 года назад освободили крестьян, отменено крепостное право, а художники до сих пор не могут себе выбрать тему для выпускной работы. Конечно же, с точки зрения выпускников это было несправедливо. И зачинщик бунта Иван Крамской подговорил своих одногруппников очень, скажем так, грубо и прямо написать заявление об отчислении прямо перед дипломной работой
скажем так. Действительно, они отчислились по собственному желанию перед тем, как выпуститься. Хотя у Академии уже были мысли о том, может быть, все-таки дать им свободную тему, но нерешительность Академии, к сожалению, сыграла на руку Ивану Крамскому. Выйдя из Академии, Иван Крамской и его 13 спутников оказались в достаточно сложной ситуации. В Российской империи в этот момент не было как такового художественного рынка. У них не было средств к существованию и возможности самостоятельно зарабатывать себе на жизнь своим творчеством. Они организовали артель. Артель самостоятельно искала заказы на картины и пыталась распределить доходы, полученные с этого, среди художников, участников артели. Художники даже платили друг другу больничные за счет чужих заказов. В общем, поддерживали друг друга. Но некоторые из этих художников начали от критического реализма уходить, например, в салонную живопись, то, что мы сейчас называем салонной живописью. То есть вместо социальной проблемы, которую вряд ли кто-то купит, они пишут, например, симпатичную крестьянскую девушку, которую, скорее всего, приобретут. И Иван Крамской заметил, что некоторые художники начинают снова взаимодействовать с Академией художеств, из которой они ушли. Это ему не нравилось, и в итоге все привело к развалу артели. И вот после нее и начинается настоящая история передвижных художественных выставок. Через некоторое время московские художники, до сих пор дело у нас происходило в Санкт-Петербурге, пишут письмо с предложением: «Уважаемые петербуржцы, а давайте устроим передвижную выставку и вместе найдем новые рынки в провинции для сбыта своей художественной продукции». Одним из первых, кто подписал согласие на такую авантюру, был как раз зачинщик бунта 14 Иван Крамской. Если мы читаем устав и проекты устава передвижников, это уже 72-й год, да, 70-е начало, там нет ничего о критическом реализме и о художественном методе. Там речь о том, что, например, на выставке будет платный вход, о том, что по 5% с продажи каждой работы будет идти на нужды товарищества, и будут продаваться также фотокопии работ и каталоги рисунков, представленных на передвижных выставках. В общем-то, о содержании искусства, о какой-то творческой независимости речи не идет. Хотя она подразумевается, потому что знакомство передвижников, да, с искусством провинциальных людей, оно само собой разумеющееся, что художники будут писать картины на тему, которые более близки людям, которые будут на эти выставки самые приходить. Независимость от Академии обеспечила творческую свободу будущим передвижникам. Первая выставка прошла замечательно. Она снискала большой успех. В 4 городах посетили ее около 30 тысяч человек. На этой выставке, например, был экспонирован знаменитый пейзаж Алексея Саврасова «Грачи прилетели». На первый взгляд нет никакого политического заявления в этой картине, и она не кажется для нас чем-то новаторским. На самом деле для того момента чем-то новаторским она все-таки была. Ну, к примеру, сравните ее с любой пришедшей на ваш ум картиной Ивана Айвазовского, где бушующее море, контрастные цвета, очень яркие, и спокойный весенний пейзаж, тусклый, даже скорее монохромный. Это как сравнивать блокбастер со спецэффектами и авторское кино, где форма достаточно скромная, но очень глубокое содержание. То есть, на первый взгляд, у нас нет никакого политического заявления в произведениях, но, с другой стороны, передвижники обращаются к русской природе, к русскому пейзажу и к русскому человеку. Вот что важно. Как дела с Академией? Как ни странно, одна из первых выставок передвижников прошла в стенах Академии. И это еще один момент, который разрывает артель и товарищество. Товарищество было не против сотрудничать с Академией художеств. К сожалению, потом они все равно разругались, и Академия откровенно то ли завидовала доходам товарищества, то ли пыталась сохранить свою власть в художественной среде Российской империи. Но так или иначе, они открыто выступали против того, что делают передвижники, и даже пытались сами организовать несколько передвижных выставок. Прошло 7,
Прошли они не очень удачно, достаточно быстро сошли на нет. Хотя участников в них было гораздо больше. И даже студентов и выпускников Академии заставляли буквально в них участвовать. Не помогло. Передвижники все-таки были более популярны, более интересны публике. Академию в тот момент еще к тому же разрывают коррупционный скандал. И доходит все до того, что в 90-х годах император Александр III пришел и буквально сказал всех разогнать, передвижников позвать. Такой вот парадокс. Откуда ушли, тем стали руководить через некоторое время. В конце концов, передвижники сами стали истеблишментом, да, они сами стали править бал в художественной жизни Российской империи ближе к 20 веку. Что касается творчества передвижников, то, если мы посмотрим каталог первой выставки, собственно, критического реализма, как я уже говорила, там не так уж и много. Буквально несколько картин. Большую часть составляют портреты, часть это знаменитости, пейзажи и несколько работ исторического бытового жанра. Что касается портрета, то он прошел достаточно такой большой прыжок от типажа, то есть сначала передвижники ищут русский тип человека, русский тип крестьянина, а заканчивают они, например, тем, что Илья Репин, знаменитый, пишет свою работу «Бурлаки на Волге», где каждый бурлак — это не типаж, а у него буквально на лице и на теле изображена история его жизни. Что касается пейзажа, то он тоже развивается. От буквальной фиксации реальности мы переходим к лирическому пейзажу Исаака Левитана. Историческая картина тоже проходит эволюцию. Виктор Васнецов заканчивает, скажем так, в последние годы существования передвижников творческую тему мифологическими картинами. Помните «Богатырей»? Да, это уже не портретный тип русского человека, это скорее миф о нем, такое конструирование некого общего представления о том, что такое русский человек, богатырь. В общем-то, от частных проблем передвижники плавно уходят куда-то в сторону. И это, в конце концов, приводит к тому, что ближе к 20 веку самые новые истории, самые новые веяния в искусстве остаются где-то на периферии, на других выставках. А сами передвижники, будучи еще существующими организацией, уходят в историю. Они не приемлют ни импрессионизм, ни модерн. В 1923 году официально товарищество прекращает свое существование, но, прямо скажем, через 9 лет его бы ликвидировала советская власть постановлением парткома о перестройке литературно-творческих объединений. Тогда были закрыты вообще все творческие объединения на территории тогдашнего Советского Союза, и все это было сделано в угоду одного крупного союза художников, который так или иначе существует до сих пор. В Художественном музее Алтайского края находятся работы 23 представителей товарищества. Из них 18 действительных членов, 5 экспонентов и даже есть 3 участников того самого бунта 14. У нас есть работа Павла Чистякова, преподавателя многих передвижников, и огромное количество работ Чурос Гуркина. Это художник, который какое-то время учился у Ивана Шишкина, очень важного деятеля передвижников. Так или иначе, передвижники повлияли на современную живопись очень значительно. Их влияние на русское искусство трудно переоценить, ведь они его, по сути говоря, создали. И сегодняшние живописцы в большинстве своем, конечно, либо подражают передвижникам, либо многому у них учатся. И мы воспринимаем Россию в каком-то смысле именно через призму их произведений.